Блины совсем не немецкое блюдо, но мы же живем в России, и поэтому именно так празднуем проводы зимы. А где праздник, там и веселье. Автоцентр Кирк-Курган пригласил горожан в праздничное воскресенье в Центральный парк культуры и отдыха, чтобы вместе отметить этот праздник. А для всех гостей праздника приятный сюрприз. Каждый, кто заполнил на площадке автоцентра анкету, смог принять участие в розыгрыше фирменных подарков от Volkswagen. Но главное, в этот день автолюбители смогли протестировать немецкие автомобили, пройдя тест-драйв и получить полный спектр консультаций, доступных в автосалоне. Удобно, не правда ли? Подвеска адаптирована специально под наши российские дороги у всех автомобилей Volkswagen. И, как показывает практика, ломается и выходит из строя очень-очень редко. А кроме тест-драйва, можно было попробовать самому сдвинуть с места Volkswagen Touareg, чем многие гости и воспользовались. Своими эмоциями они не постеснялись поделиться на камеру. Сперва подумал, как так могло совпасть Volkswagen машина, да, и масленица. Да, на самом деле, вообще так потрясающе все сделали, мы очень рады. Вот этот Touareg сдвинули за 1 секунду, очень понравилось, спасибо большое всем. Всех горожан поздравляем с праздником, с масленицей, здоровья крепкого, удачи, всего самого хорошего и позитивного настроя на весь год. Уверены, с таким подходом к праздничным мероприятиям автоцентр Кирк-Курган еще не раз окажется главным ньюсмейкером нашего информационного агентства.